Новый светофор на Ленина планируют включить 2 августа. Решение об его установке связано с реконструкцией площади. Прогнозируется, что в будущем на этом участке проходимость людей повысится. В настоящее время устанавливается пешеходный светофор на улице Соборной. Данная работа связана с благоустройством площади Ленина, которая позволит обеспечить пешеходный переход безопасным для граждан. Также данный светофор мы установили не ламповый, а светодиодный, что позволит автомобилям и пешеходам более лучше ориентироваться в дневное и в ночное время. Светофор, который установлен далее по улице, будет ликвидирован. Еще один пешеходный светофор планируют установить на пересечении улицы Черновицкая и Гоголя, а также заменить старые ламповые светофоры, которых в городе осталось 11, на светодиодные. В Рязани также уже работают светофоры системы адаптивного дорожного движения. У нас ранее было установлено такое оборудование на 26 светофорных объектах. В настоящее время ведутся работы, уже завершаются еще на 27. По словам начальника отдела дорожного хозяйства, Рязань в плане установки этой системы является передовым городом. Стоит только догадываться, какие изменения в этом направлении ждет Рязань в будущем. Анна Малистова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».